что мы знаем о Византии. Намного меньше того, чем она являлась на самом деле. Однако и по сей день мы продолжаем жить ее историческим наследием. Что нам известно о прекрасных мозаиках с изображением Юстиниана и Феодоры, об архитектуре Святой Софии, о византийских иконах? Задумываемся ли мы о том, что все тексты, дошедшие до нас из античности, были отобраны именно византийцами? Нам кажется, что судьба обошлась исторической памятью о Византии несправедливо. Давайте попробуем хоть отчасти решить эту несправедливость и узнать немного больше о Византии. Все мы в детстве читали легенды, мифы Древней Греции. Но заканчивается ли культура этой страны на античности? Разумеется, нет. И мы крайне мало знаем о ее современной жизни. Что мы представляем себе, когда думаем о Греции? Белые домики с синими крышами, возвышающийся Акрополь, бескрайнее море, оливковые рощи. Но чем живет эта страна и люди в ней? Что они читают? Что слушают? Как общаются друг с другом? Как празднуют Новый год и другие праздники? Культура современной Греции многогранна и представляет не меньший интерес, чем ее античное наследие. Поэзия Константинуса Кавафиса. Полная жизненной философии романы Никоса Казанзакиса. Воздушная лирика Одиссея Саевитиса. И все это лишь малая часть того, что мы можем открыть для себя, окунувшись в культуру этой страны.